Украинцы, украинки. Украинцы, украинки. Главное слово сегодня – справедливость. Справедливость для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора оккупанта. Состоялись наши специальные мероприятия в Буче, в годовщину освобождения города и в Киеве. Саммит и переговоры. Вторая конференция United for Justice, объединенные ради справедливости. Все это, чтобы ускорить, сделать более энергично глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи. И они получат. 100%. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты. Я благодарю всех, кто нам в этом помогает. Каждое государство, каждого лидера, каждую международную организацию. Сегодня в нашем первом бучанском саммите приняли участие представители почти 50 стран. И это только начало. Благодарю лидеров Словении, Словакии, Хорватии и Молдовы, которые сегодня посетили Украину. Лично поддержали Бучу. Почтили память всех, кто погиб в городе во время российской оккупации. И, конечно, я благодарю наших воинов. Всех, кто сражается за Украину сейчас. Всех, кто сражался за Украину с 2014 года. Всех, чья жизнь буквально дает жизнь Украине. Украинцы выстояли в этой войне. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от русской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг относительно расистов. Слава всем украинским героям. Слава нашему крепкому народу. Слава Украине!